Я просто хочу обратиться со словами благодарности к людям, которые воплотили все это дело в жизнь. Я прекрасно понимаю, что в наше время заниматься такими делами, это дорого стоит. Личность генерала-майора милиции Юрия Александровича Усачева навсегда оставил след в славной истории нашего региона и будет служить выдающимся примером для современного поколения нижегородских полицейских. Он создал огромный материальный комплекс, который сегодня используется всем управлением, и благодаря ему сотрудники сегодня могут выполнять свои обязанности с большей отдачей, более качественно. Это трудно переоценить.